Середина рабочей недели порадовала уральцев обильным снегопадом. И если для многих снег с утра стал настоящим сюрпризом, коммунальные службы ждали его во всеоружие. С раннего утра специальная техника и рабочие принялись расчищать центральные улицы города. Наши корреспонденты ознакомились с ходом снегоуборочных работ. Коммунальные службы города сегодня работают в усиленном режиме. Для уборки снега задействовано порядка 80 единиц техники. Синоптики обещают, что снег будет идти еще в течение 3 дней. От снега очищают в первую очередь дороги к социальным объектам, проезжую часть, остановки, пешеходные переходы на перекрестках. Более 250 рабочих коммунальных служб города работают в 2 смены. На сегодня с улично-дорожной сети города было вывезено порядка 60 тысяч кубометров снега. Задействовано более 250 рабочих, также более 80 специализированных техник. Работы ведутся круглосуточно. К слову, в первом месяце нового года снег выпал в небольших количествах и, как видно, долго не задерживается. В ближайшие дни дневные температуры будут преимущественно плюсовыми, порядка 2 градуса тепла, а ночью столбик термометра опустится ниже нуля. В ближайшие 2-3 суток погода нашей области будет неустойчивая. 23 января в связи с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки, туман, гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5 мороза, днем 3 мороза, 2 тепла. 24 и 25 января в связи с холодными воздушными массами придет холод. Температура ночью 5-10, местами 15 мороза, днем 3-8 мороза. Работы по очистке снега областного центра будут вестись регулярно в зависимости от погодных условий. Альбина Кумаргалиева, Алтынбек Тынышкалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Ак-Жайык.